Пусть за окном дожди и холода, нам осень не страшна и даже вьюга. Любовью мы согреемся всегда и нежностью укутаем друг друга. Ты солнце луч весенний заря, в твоей улыбке нахожу я счастье, и каждый день тебе благодаря, любовь я защищаю от ненастья. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Люси, блин! От кого любовь? Ну, наверное, от Роберта. У него же девушка есть. Видимо, уже нет. Чё визжим? У Алекс любовная записка от Роберта! У него же вроде бы девушка есть. Похоже, уже нет. Нежданчик. Я подскакал. Какой следующий урок? История. Зацените, какая шапка неприкольная. Прекратите, идиоты! А ну простите, мы не хотели, короче, да. У нас просто новые шапки, они такие прикольные. Да, они прикольные. У меня полосочка из полотенца сделана. А у него из чего, я забыть? Не знаю. Господи, боже мой. Ладно, мы пошли. Короче, вот, ты нас не теряй, короче, вот. С ней все в порядке? Но у нее бывает такое. Так вот, я к тебе подошел, чтобы... Давай отойдем, я тебе все расскажу. У меня новый бантик, ты видишь, какой он клевый? Еще бусик, юбочка ажурная. Да, очень круто. Ты вообще меня слушаешь? Нет. А можно поинтересоваться, что ты делаешь? Ой, то есть да, просто я вот, короче, смотри туда. О, мой бог. И ты что-нибудь будешь с этим делать? Ну норм вообще. Иди отсюда, страшила. Пока, Алекс. Ты знаешь ее имя? И что в этом такого? Что он тебе сказал? Мне нужно зажрать свое горе. Но ты же на диете. Ауч. Это сейчас не имеет значения. Все, го отсюда. Там же много калорий. Ты же пожирнеешь. Заткнись. Я хочу жрать. Господи, какой кошмар. Они еще ведь и элита школы. Свиньи какие. Когда-нибудь я стану самой худой, самой красивой в этой школе. Но у меня есть идея. И какая же? Ну, завладеть всеми мальчиками, потом встать на самое высшее место, а этих дылд это двинуть. Гениально. Но как нам это сделать? Легко заберем у них парней. С одним из них ты уже встречаешься. Тогда кому-то из нас придется брать Антона. А он дебильней Джоша. Я не хочу быть с Антоном. Я хочу быть с Джошем. Но Джош мой. Хотя можно вместо Антона взять Макса. Я согласна, но он вроде как с Алекс, с этой лохушкой. Да, так и есть. Слушай, если она уж твоя сестра, если я не ошибаюсь. Нет, не ошибаешься. Но ты тогда у нее узнай, кого она любит. Тогда мы сделаем ей больно. Тогда Антон нам нафиг не нужен. Да, вот и отлично. Гоу сегодня погулять. Извини, но мы с Люси будем снимать видео. Жаль. Ну, ладно, пока, девчонки. Ладно, пошли снимать. Алекс, подойди, пожалуйста. На, держи. Спасибо, ты все-таки запомнила. Завтра отдашь, а то сегодня не смогу забрать тетрадку. Ну, хорошо. Всем привет, вы на канале Алекс Ви. Сегодня мы с Люси будем выполнять челлендж сыпать перец на жвачку. Это будет есть Люси. Посмотрим, что произойдет. Что тут у вас происходит? Жвачку с перцем едим.
Все понятно с вами. Алекс, можно она уйдет отсюда? Люси, ладно, давай потом закончим. Пока! Слушай, может, прекратим ссориться? Ведь мы сестры же. Ну, да. Может, тогда ты мне скажешь, кто тебе нравится? А зачем тебе это?